О, made in Italy. Вот эта классная куртка, называется American Bomber Jacket. Да. Серебро. Есть бижутерия, которая стоит денег. Louis Vuitton. Не настоящий. Но приятно, что есть намек на него. Casein Max. Посмотрим, что здесь. Внизу бывают в таких коробках, где гардероб. Иногда внизу сумки наваливают хорошие. Ух ты, шуба. Ого, и не одна. Олимпия. Made in USA. Limited Inc. Да, не натуральная шуба. Тоже не натуральная шуба. А это? А это может быть натуральная. Ну-ка. Написано Robert Mann First. То есть меха Роберта Мэн. Но тут ничего не написано. Что, ручная работа? Красиво. Надо проверить. Еще покупают, да, шубки у нас в Америке. Редко, но покупают. Ой, как это все достать? Да. Короче, тут очень много всего. В основном одежда. И ремешки. Прогуглим. Robert Mann First. 300-400. Да, в районе 300. Ездят за 1200. 1700. Вот это похоже. Ну, интернет, конечно, здесь желает лучшего. Да, здесь по дешевке они за 180-159. Ну, давайте по-быстрому, чтобы продать, думаю, за 200 оценить можно. Те, что за 159 были проданы, они... Начальная цена была 700 с чем-то долларов. То есть попробовать можно. Они везде в других веб-сайтах стоят за 400-300 долларов. То есть нормально. Я думаю, 200 долларов. И еще одна караоке. Это новая. Долларов 100, посчитаем. Написано Elvis лампа. Наверное, лампа Элвиса Пресли. Или лампа с изображением Элвиса Пресли. Там пульты, телефон и мишка. Картины. А вот она и лампа. Часики. И очки. Ничего особенного. А вот она и лампа. Типа Tiffany Style. Только Elvis Presley. Красиво. Elvis Tiffany Style Lamp. Вот она, кажется. Блин, с этим интернетом время столько теряю. Выходить все время приходится посмотреть, чтобы чего-нибудь. Так. Такая лампочка Элвиса Пресли в районе 150 долларов проданных на eBay есть. Еле нашел, выходил на улицу. Старый сундук. Не пустой. Ну, знаете, по моему экспириенсу, то есть по опыту, в сундуках обычно постельное. Ну, что так и оказалось. Постельное. Одежда. Одежда. Хотя... О, а тут что-то есть. Canyon Sky. Ух ты. Красиво. Серебро. Камушки, забыл, как называются. Ну, опять бижутерика. Мы уже с такой с вами встречались. Что-то нарисовано. Но, возможно, не золото. Бижутерика это в сторону. Да, любила она бижутерию. Но красивую. Ну, радует то, что бижутерия не в одном месте. А она есть еще где-то. Значит, еще можно найти что-нибудь. Мелочь. Перчатки. Красивые. Имени нет. Бижутерка. Жемчуга. О, это красиво. Но в таких красивых коробках, как правило, уже все достали. Так. Ну, что-то уже. О. Здесь кейборд для начинающих, который загорается. Прикольно. Да, они такие недорого стоят. Долларов 50 можно попробовать продать. Ха. А здесь какой-то кейс. Скорее всего, инструмент, потому что такие слабенькие кейсы для оружия не делают. Но еще посмотреть можно. Стекло. Этот кейс для бомбинтона. И не только. Всякие игры. Да, это бомбинтон. Не всякий, а вот просто целый сделать бомбинтон. Корт. Столик. Телевизионная тумбочка. Хорошая микроволновка. Sharp. Долларов 50. Такие вещи люди предпочитают новые. Крисмас. Крисмас. Вау, вот эта коробка забита. Телефон. Отрыл коробку, которая с виду протекает. Думал, какие-нибудь там ванные принадлежности или кухонные. А оказалось, вот такая штука. Уже прогуглил. 150 минимум. Кто-то продает за 300. Это хорошо. Посмотрим, что еще в этой коробке есть. Голограммы такие. Ангелочки. Неинтересно.
Эти волки тоже неинтересно. Красиво, да, но ничего не стоит. Коммерческий принт написано. Так и написали. Да. Сомнительное искусство, конечно. Ну, из этой коробки хорошее было. Это Элвис Пресли. Рекорд. Пластинка. Ух ты. Family Medical Health Guide. Энциклопедия медицинская. Avon. Джон Бон Джови рекламировал Avon. Конфеты. Просроченные. К сожалению. О! Вижу коробку с ювелиркой. Ого. Ну, надеюсь, здесь нам повезет и не будет так много бижутерии. Но ювелирки реально много. Не знаю, что это такое. Ага. Секундомер. Эх. American Silver Dollar. Украли. И тут что-то было. Скорее всего, Сваровский. Похоже очень. А это золото, да. Если я не ошибаюсь. Вполне может быть. Пробы нет. Да, бижутерки у этого человека было много. Золота почти не было. Ну, будет чем же не поковыряться сегодня вечером. Помочь? Нет? Нормально? Окей. Пуговички. Опять такое мы уже видели. Блин, столько всего, но неужели все это бижутерия? Это даже не верится. Ну ничего, сейчас что-нибудь найдем. Здесь что-то тяжелое. Девчонки уже должны были с минут на минуту приехать. Ого. Красиво, но далеко не золото слишком. Жемчуг. Ух ты какой. Красота неописуемая. Главное, все есть. И это приятно. Ну, не такое самое хорошее есть, но что-то есть. Было бы хуже, когда были бы все пустые коробки. А тут хоть что-то интересное. Крема. Да, если бы вот это было на фотках, 1000 бы набили. Какие две? А может быть и все пять, если вот так бы все лежало. Ну, тут что-то есть, какая-то проба. У меня линзы нет красивой, но зато у меня есть фотоаппарат на телефоне, который преувеличивает. 9-2-5. Вот это золото, кажется. Да. 14 карат. Вот это приятно. Уже лучше. Значит, не все потеряно. Значит, не брезговали они золотишком. Но выглядит очень красиво. Вряд ли, конечно. О, какое солнышко тут. И тут солнышки. 14. Написано 14 карат золота. Женечка приехала. Женечка и Лика. Приехала. Явились, не запылились, не прошло, как говорится, и полгода. Что, Лика? Это я должен был это сказать. Мы очень быстро сюда приехали. Я считаю, что мы максимально. Максимально. Оникс. Вы нашли все, что не могли найти? Оникс. Волосы еще были? Да. И серебро. Ты имеешь в виду, волосы еще один продались, вот эти длинные? Их там не было? Только запаковали, и сразу опять вещи там стали продаваться. А нашла этот фраер, который, да, ты мне написала? Все нашли. Фраер. Фраер. Сейчас зрители подумают, что за фраер, да? Как фраер? Из песни. Недолго музыка играла, да, недолго фраер танцевал. Так, продолжаем разбор, короче. Приехали, тут мешаются. О, серебро мексиканское. Да, много ювелирки. Это, походу, золото или нет? Thank you, triple. Да, это золото. $29. Золото? Угу. Ну, я нашел пару золотых вещей. Блин, это все я сегодня буду разбирать, да? Да, у тебя сегодня весь freaking day. Да. Но там есть и не золото. Ого. Ого. Смотрите, открыл коробочку, а тут набор браслетов. Вот это, Жень. Скажи. Не золото? Золото. Серьезно? Где поярче? Вот это 925, это серебро. Вот здесь проба стоит, но она это грязная. Это золото, Паш. Это золото. Это золото точно? Это рубин, эмералд и сапфир. А это? Серебро, да? Это серебро, да. Так, золото. Вот. Итальянское. И гарнет. Серебро и гарнет. Ага. Вот это серебро? Сейчас гляну, держи. Сюда складывай. Таиланд 925. Фианиты. Неужели повезло браслетов? Марки 925 тоже. Ну, это хорошее серебро, это вот эти вот
Это хорошее, они качественно сделаны очень. Блин, слишком близко сделал. На другой стороне. Что-то там стирается, смотри, белое, золотое. По золоту, может быть. Можно глянуть? FA9. Она выглядит как бы золото, вот это. Да, это по золоту, смотри, как видишь, стирается вот здесь. Угу. Ну, все равно. Хорошее. Вот это золото точно. Думаешь, золотую отдельно? Закинь, я еще все помою сегодня как раз. На, вот это готово. Mine Finds by J. King, смотри. Да. Это... Опять J. King. О, это ляпис. И чё он? Что это? Просто тебе нравится или он дорогущий просто? Он не дорогущий, нет, он не дорогущий. А просто нравится? А что такое восторг мощный? Ляпис — это подниматель энергии. Трубецкой? Это двойная. Это 14 карат GFP. Gold plated? 14 карат gold field gold plated chain. Вот как раз вместе с этикеткой. Так и продавать. Серебро и оникс. У них у всех что-то есть. Здесь, кстати, очень много всяких Элвисов. Элвисов, да? Ага. Бижутерика, да? Да, походу, да. Золото. 7-10 карат. Цифра 7, потом 10 карат. И проба стоит еще одна. Ну, проверим. Это проверим, да. В конце видео будет итог по золоту. О, карнелин. Булава. Ну, вот написано. Карвал Булава. Красивые. Тоже проверим вместе с ювелиркой. Ну, ножик. Классный шар. Давай мне его остренький. Золото. Золото выглядит. Да, золото. А, подожди. Проба есть. 9, 2, 5. Да. По золоту. Серебряная цепочка, 100%. Ёлочка. Бижутерика. Какая красота. Бижутерия, да? Это бижутерия, это по золоту. Ну, проба стоит, но это... 9, 2, 5, да? Да, скорее всего. From Taiwan, да? Наверное. Ого. Бинго. Будь цитрин. Это цитрин? Нет, не знаю. Можно? Ну, это золото, да? Это золото. Тут еще есть одна такая, смотри. Здесь написано. А это 10 карат. И тут 10 карат. Да, 10 карат, видишь? Золото. Ноэл. Золото. Прикольно. Да, прикольно. Тяжеленькое. Представляешь, было бы это? Смотри. Если бы это было золото и бриллианты. Ну, вытащи. Такой браслет бы стоил просто немеренно. Shopping Network. Suzanne Summers Collection. Такой тяжелый. Powered with limited lifetime warranty. Она была шапоголик. О, да. QVC она любила, скорее всего. A Brief History of... Чё? Times Square Ball. Это типа Times Square Ball. Серебряная. Ну, тут ничего не написано, скорее всего, нет. Ну, посмотри. Блин, ну вот это золото с аметистом. Тихо. Аметист. Ну, золото здесь. Classic Reset. Ну-ка, давайте посмотрим. Сейчас я включу. Вот это хорошее. 9 с чем-то. Хорошо находит. Хотя... Золото, вон, проба стоит. А? По золото? Да не может быть. 10 карат. И L 10 карат. Можно? Вау, такое большое. Ну, просто он мне показал, что там по золоту. Нет, это золото. Это серебро. Стерлинг. Фианиты и сапфир, кстати, на вот этом. 10 карат. 10 карат. Золото. Вау. Ну все, мы отбили юнит. И не раз. 14 карат. Беверли Хиллз Голд. Беверли Хиллз. Ох. Я думал, где все золото? Вот оно, в этом бине. А где он был вообще, этот бин? Вон там наверху, вот на этой коричневой коробке. Ты еще это даже не разобрал. Я вообще здесь ничего не разобрал. А я думала, стена зашла. Думала, это стена, ничего себе. Она может быть посередине? Нет, не может быть. Но это золото. Подожди, я посмотрю. Некоторые вещи, они очень... Ага, проба вон там внутри, кажется, стоит. Это очень грязное золото. Очень грязное золото, это золото, да. Нет, серебро. Это оно золото, очень грязное, Жень. 9-2-5 написано. А, да? Я пропустил? Часы. Золотые. А кто? Не вижу. Хелброс. Хелброс. Ну, так. Серебро? Да, серебро. О, обручалка. Эйвон. Эйвон. К сожалению. Да все, почищу сегодня. Может быть, запишу долгожданное вблизи видео. Ого.
Это 18 карат. Цитрин. Это цитрин. Уже даже не 14. 14. 14 карат? Ага. Ну, это точно. Рубин, сапфира и эмруд. Изумруд. Неизвестно, но проверим. И тут у нас еще серебро, кольца большие. Смотри, какой перстень. О, вот это прикольный, серебряный. Да. Ну, вот это сюда. Кидай все. Очень хороший бин. Не бин, а коробочка вот эта очень хорошая оказалась. Может быть, серебро? Это серебро, да. Или белое? Нет, серебро. Это серебро. 100% серебро. Буси. А это что было? Сережки. Что написано? 12, 14 карат. Это Сэмс Клабовские. 12 карат. Earrings, hollow oval, hoop united. Где ты 12 нашла? 14 карат. Почему ты говоришь 12? Sorry. Ну, это золото. Золото. Все сюда, я все равно все переберу. Ну, опять мишка. С другим камушком. Пошли. Красота. И вон? Не знаю. Вон стерлинг написано, смотри. Это, да, это большое серебро. А, нет, подожди. Стопы. Галет. На. Коулс, смотри. Ух ты. Это бижутерка. Ты уверена? Угу. Какая красивая, Крафтон, смотри. Это бижутерка. Красивая бижутерка. О, это серебро. Серебро и серебро. Браслет с сережки. Слоник. Ну, а это часы, походу, да? Red Devil. Индинс. Подожди. Булова, Жень. Sports Time. Прикольно. Тоже проверим. Ну, золото отложи отдельно все, хотя все бы, сюда. Чтобы... Я понял, чтобы да. хотя бы немножко укоротить да. тебе время. Окей, ты с этим разбирайся. Я пошел дальше коробки искать. Орек. Такая электроника. Значит, не искали здесь ничего. Потому что у меня было ощущение, что почему одна бижутерка в таком юните. И подумал, кто-то уже... Да, и под... а вот когда мы нашли вот это все, я понял, что никто не копался. Ну, в смысле закопано. Но наверху стояла коробка, и было видно, что в ней... Если кто-то хотел ковыряться, Жень, они бы ее увидели сразу. Значит, этот юнит никто не трогал. Это все для бинго. Фломастеры всякие для бинго. И сидушка, чтобы сидеть. Для бинго. Любила бинго. Хоммедикс. Ну да, там что-то было. Так, здесь, похоже, гаечки... Шурупчики, винтики, угу. инструменты, ты? Головы. Мы нашли головы и классный какой-то фен. Infinity. Мне кажется, здесь все для волос. Парики, да, и всякие. Что, бизнес, да? Все, положи. Можешь забирать. Тут все для волос. О, коробочка. О, еще какая-то, типа... Бижутерка? Наверное, а может ювелирка, а может что-то еще. Красиво. Жемчуга. Вот это интересно. Хотя фиг знает, может и... Что это? Это джейд. Джейд настоящий, жемчуг нет. Ох, какой красивый, Жень. Ну, такие всякие бусинки. Угу, такое. Ух ты. То есть какие-то жемчуга. У него тут много жемчугов. Вот это тяжеленький такой. Это не настоящие. Вот эти настоящие. Угу. Это настоящий, походу, тоже золотом. Ага, вот это золото и... Да, вот это настоящий. Ох ты. Genuine cultured pearls. То есть это здесь написано genuine opal, но я не знаю, если это золото. Opal, покажи. Opal, да. Не сильно хороший quality, кстати, потому что он не реагирует качество. На свет. Качество, да. Quality. Вот, ребята, вы учили новое слово. Quality – это качество. Розовый кварц. Угу. Это настоящий тоже. Это золото тоже. Камушки всякие. Что же всякие? Это золото. Да, что за... Да, вот это тоже. Это эмералд. А вот это 14 карат золота тоже, смотри, написано. Да. Это рубины. Это золото тоже. Да, нет, тут ювелирки много, кстати. Мы, когда там была, мы нашли шкатулку, и там много золотых колец, прям вот горсть. И браслет золотой был. А вот тут реситы всякие, походу. Оставь их, посмотрим потом. Это может быть от этой ювелирки, бижутерки и от изделий. Сейчас еще гитару найдем, на которой я уже Все, это хорошая шкатулка. Вот эту нет? Да. Там от чеки. О, босс! Вот это хорошая штука, она продается сейчас даже, ну, 100 баксов примерно.
О, шкатулку нашел. Лото. А тут копеечки у них. Это классно, вот это оставь. А я посмотрю шкатулку. Та-да! Любила она ювелирку. Очень. Ювелирка очень была везде. Не кидай, пожалуйста, ты можешь их поломать. Ой, извини. А это что? Может быть это? Серебро. Бриллианты. Нет, бриллианты это быть не могут, но это серебро 100%. Это фианита. А это? Точно серебро, не белое? Нет, не белое. Скажи мне сейчас, скажи. Зеркальце. Серебро? Серебро. А, индийское серебро. А это пьютра написано. Это кажется... Вот здесь мы смотрели? Это кажется Зуни. Вот это мы не знаем, да, что? Это олово. Это серебро. И это тоже? Да, это серебро. Вот это Зуни Трайб. Они такие делают. Ну, я делаю, я работала это... в индийском магазине. Я не вижу, что. Это золото, походу. Ну, это настоящая монетка. 100%. Ну, почему-то она какая-то как золото выглядит. Оно французское. А это 5 чего-то по золоту. Золото. 5? Если да. 585, то это европейское 14 карат. Есть 585? Не вижу. Нет, это обыкновенная монетка их, да. Нет, по золоту. Часики. Часики. Таймекс Индиго. Давай. С ними плавать можно. О. Это золото. Красивое колечко, рубинчик. О, охренеть. Тут, короче, целая коробка пластинок. Поэтому тяжелая. Элвис? Не знаю, нет, я думаю, тут дофига всего. Надо проверить их. Надо проверить. Здесь проба стоит, но это не серебро. Но я не 14 вижу. Карат, 14 я карат. Ты видишь отсюда? Да. Это? Сейчас. Это, кажется, тоже. Здесь есть проба, но я не вижу. Это тоже золото. Сразу видно золото. Тоже золото. Элвис? Элвис, да. А вот эти надо проверять очень внимательно. Выкинуть их нечаянно, тоже золото. Это золото. И это? Такой набалдажник. Набалдажник, сомневаюсь. А мне кажется, золото. Оно для такого набалдажника, оно... Нет, оно некачественно сделано, во-первых. Даже камушки сидят. Давай. Некачественно. Женя, я очень сомневаюсь, что это не золото. Камушки вот так не могут сидеть в золоте. В золоте камушки, они прищеплены, они приклеены. Ты где видишь клей? Видишь точечки вот эти золотые? Ага. Они не согнуты. Хорошо. Но надо проверить. Мы проверим, да. Камушки. О, аметистики. Коллекция Элвис Пресли. Еще очень много пластинок. Где у тебя были пластинки? Ну, очень много пластинок нашли. Так, сумки. О, а это что? Bedford. American Battle of the Pacific. Bedford Exchange. Серебряная монета. World War II. Прикольно. А тут фонарики и хорошие сумки. Это Boss, мы уже смотрели. Тебе нравятся какие-нибудь из этих? Это Michael Kors. Ух ты, лимитированные Frank Sinatra, 24 карат золота диски. Ну, по золоту. Но классно. Мы уже с вами знаем, что есть диски, которые очень интересные. Мы до сих пор продаем диски Grateful Dead. И там же нашли всякие диски Хендрикса и всего такого винтажного. Ух ты. На, Паша. Ух ты, какой Элвис. Ну, Элвис, к сожалению, не очень дорогой. Хотя такой хорошенький сет. Что это? Перемотка. Знаешь, когда раньше эти кассеты ставили, а потом надо было сдавать обратно. И надо было их перематывать. Ага. Вот. Ух а ты. Это Special Collection Edition. Collection? Collection Edition. Продаются. Недорого, но продаются. Jukebox Superstars коллекция кассет. Кассеты я буду проверять. Какой чемоданчик интересный. А тут кассеты Johnny. О, вау. Вот это коллекционный должен быть. Ну, хотя это не он. Это вообще не Элвис Пресли. О, да, диски. Нам нужен рикша так? Ну, почему нет? Это Элвис Пресли. Это не он. Давайте вот это сохраним. Да. Так, вот это хорошая коробка. Но тяжелая, Сань. Ее надо отметить как-то этим маркером. Работа идет всем. А, смотрите, коробка от нашего босса. Очень хорошая. Очень хорошая новость, потому что мы сможем ее продать лучше с коробкой, чем без коробки. О май гад. Слушай, здесь все. Party Time караоке даже. О, узнаешь ее? Риба. Не узнаешь?
Это рыба. Женя. А, я знаю, из Friends. Она там играла. Не Friends. Ой, это... Young Sheldon. Она, кажется, певица. Да, кантри-певица, очень известная. Хорошая коллекция сидишек у него. Она еще и стендап-комедийка. Стендап-комедийка. Очень много дайперов еще находим здесь, кстати. Телевизор тут. Что это? Ленокс. А внутри? А там бижутерка. Я нашел ювелирную шкатулку, которая весит тонну. Там еще, посмотри, какая-то шкатулка была, Лика, внизу. Ой, Лика, вот это хороший, это похож... Да? Он похож на вон те, дорогие. Но по качеству. Да, дай. На, смотри, будешь помогать. А то мы очень долго времени на золото тратим. Здесь, кажется, бижутерка вся. Ну, это мы переберем. Вот эту хочу открыть. Те как такие? Мы уже повыкидывали половину. А, да, кстати, вот такие повыкидывали. Я знаю, я видела трое. Я вам же их дала. Нет, это золото. Посмотрим. Это не по золоту. Здесь есть бижутерка. Ты реально золото, разное. Где написано, да? 10к, сразу сюда сбросила? Да, потому что я все равно все вот это буду перебирать сегодня. Мыть и перебирать. Вот это мне аккуратно, очень... Аккуратно. Это английская работа. Это керамические розочки. Если ты отколешь, они не будут ничего стоить. Это ничего такого нету. Это просто религиозное. Да, я такие находил. Золотые. Ладно. Начинаем. Класс. А я думал, ювелирную коробку. Все, короче, тут. Подожди, дай. Ну, это поставь, видно, поставь, потом разберете. На смотри. Это время тратить. Да, я... Все, кидай. Смотрите, что нашел. Галилео. Он такой холодный, металлический бинокль. Но проверил, не очень дорогой. $40. Ну, лучше, чем ничего. Или белок. Ой. Ты что мне тут? Дискотеку устроила. Планшет, на котором звонить. Так и написано. Звонительный планшет. Аспен. Ага. Интернета нету. 40. Да, вот это тоже 40. Это 20. Ну, у нас ювелирный разбор будет чуть позже. И мы оценим все золото. Я когда так вожу, он начинает работать. О, 45. Еще 45. Ну, 40, ладно. И вроде все. Тут что-то мокро стало. Что тут? Мокро. Коробка какая-то стояла. Да, вроде все, уже разобрали коробки. Осталось мебель ее загрузить. Колман, и... сиденье. Колман, сиденье, они ничего, в принципе, не стоят. А еще сегодня с Женей разберем золото, взвесим, оценим, посмотрим. Ты что тут вытанцовываешь? И все, не отключаемся, смотрим до конца, чтобы узнать точную прибыль. Так, приехали в ШАП, разобрали золото, убрали бижутерьку. Так, это у нас 10 карат. 10 карат у нас 26.9 грамм. 26.9 умножить. И здесь сегодняшняя цена его 25.91. 696.79. Короче, 697 это у нас 10 карат. 14 карат и 18 карат. О, давайте 18 карат. Тут 0. Ха. Вчера измерял было меньше. 6.6. 6.6. Надо умножить. 18 карат 46, 60. 307.56. Ну, пусть будет 307. И осталось 18 карат. Нет, не 18. Осталось 14 карат. 55.1. И умножаем это на 35.91. 1978. Прибавляем 697. И прибавляем 307. $2982. Вот примерно столько можно получить, если продавать это как лом. Но мы попробуем продавать некоторые вещи как изделия. Например, вот это 18-каратное золото-кольцо. Оно стоит намного дороже, чем просто как лом его продавать. Но 3000 можно сделать точно только на золоте. Так и оценим. Ты согласна с этим выводом? Я да. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Пишем комментарии. Кто не подписан, не забудьте подписаться. Всем всего хорошего. До новых встреч. Peace. Пока. Можно это предупреждать хотя бы? Ты в своей зоне, да, находишься? Что-то там делаешь, да, тут на тебя камера.